Вас приветствует агентство Норага Ременкуль и я, Анастасия. Сегодня я приехала на стройку Илькем Япы, которая находится, расположена в районе Мезетли Акдениз. От моря максимум 600 метров, от соли центра торгового максимум 250-300 метров. Базар здесь находится в 20 метрах от самого жилого комплекса. Данный район очень хорошо подходит для постоянного места проживания, так как именно здесь находится очень много начальных школ, средних и старших классов. Также в этом районе очень хорошо развита инфраструктура. Здесь очень много банков, разных магазинов, торговые центры имеются. Но данный район почему подходит именно для семейных? Потому что здесь очень тихо и спокойно. Здесь люди в основном живут. И планировки в данном районе в основном 4 плюс 1, 5 плюс 1 и 3 плюс 1. 2 плюс 1 очень-очень мало. Практически нету, только все те, которые еще в стройке. Теперь давайте посмотрим сам жилой комплекс. Здесь очень хорошая большая территория комплекса. Здесь у нас будет парадный вход. В данном комплексе планировки только 2 плюс 1. С этой стороны будет парковочная зона. На территории комплекса будет детская площадка, беседки для отдыха, озелененная территория и бассейн. Бассейн будет открытый. Смотрите, вот отсюда максимум 20 метров расположен базар, который идет по вторникам. Они приезжают каждый вторник. Всего лишь 2 месяца тому назад здесь не было ничего. Я приезжала, здесь даже не было котлована. Первый раз, когда я приехала, котлована не было. Всем привет! Вас приветствует агентство Норага Ременкуль. Сегодня мы приехали снять для вас проект в Соли Центр. Самый лучший проект в данном районе. Потом я приехала через неделю, они уже залили котлован. И сейчас, спустя 2 месяца, здесь уже поднят 6-й этаж. Общий в комплексе будет 14 этажей. Посмотрите, в данном районе все комплексы новые. В чем и преимущество данного района? То, что здесь в основном все новые комплексы, и люди здесь живут. А теперь давайте посмотрим, что же все-таки они уже сделали за эти 3 месяца. Итак, сейчас мы заходим в сам комплекс. Здесь у нас вот входная зона. Уже сделали практически, вот отделку уже делают. Делают все очень быстро и очень качественно. В комплексе имеется 2 лифта, здесь у нас получается 2 лифта. Ну вот сейчас мы поднялись на 1-й этаж, можем уже посмотреть, что они сделали у нас на 1-м этаже. На площадке 7 квартир. Здесь у нас вот южная квартира, боковая, северная квартира, боковая. И как раз пока я нахожусь рядом с боковыми квартирами, я вам покажу, в чем преимущество именно боковых квартир. Вот сейчас мы здесь заходим. Здесь у нас будет расположен шкаф. Здесь у нас будет расположена гардеробная, что будет отделять территории кухни и зала и создавать вам небольшую прихожую. Здесь у нас кухня, панорамные окна в пол. Здесь будут полностью застекления, как открываться полностью мозаикой. Смотрите, какой красивый здесь вид.
Комплексы, которые расположены рядом, они все озелененные. Ваш будет точно таким же, как и эти комплексы. Сейчас вот я нахожусь на первом этаже. Посмотрите, какой здесь высокий первый этаж. Здесь у нас первая детская спальня. Остекление также будет полностью собираться, как мозаика. Сложные двухъярусные потолки будут. Здесь у нас родительская спальня. В родительской спальне имеется вот такой технический балкон. Санузел с душевой кабины. Сантехника и душевая кабина будет премиум-класса. Итак, обратите внимание, что данная квартира, она идет угловая, и у нее вид смотрит на две стороны. Данная квартира смотрит на север и на запад. Сейчас я вам также покажу центральные квартиры. Центральные квартиры, они все смотрят только на одну сторону, либо на северную, либо на южную. Итак, сейчас захожу в центральную квартиру на южной стороне. Здесь у нас, получается, также имеется прихожая. Здесь, как я говорила, вот с этой стороны будет стоять прихожий шкаф гардеробный. Соответственно, будет зона прихожей. Это не будет так, чтобы вы зашли сразу на кухню. С этой стороны у нас кухня, зал. И вот обратите внимание, здесь окна нету. Зал у нас с одним окном. Ну, как бы квартира в любом случае светлая. Здесь у нас детская спальня. Напоминаю, квартира 75 квадратных метров. Технический балкон. Вот видите, они уже начали делать черновую отделку. Здесь у нас спальня. Ну и вот такой вот вид на сады. Здесь как бы вот там чуть дальше, я до этого когда снимала, там очень красивые сиреневые такие деревья цветут, очень красиво. Ну а здесь бахча. Сейчас вот они пока собрали урожай, будут засаживать. От моря, я напоминаю, от моря тут примерно 550-600 метров. От соли центра 300. Здесь санузел. Как бы по площади данные квартиры ничем не отличаются. Единственное отличие между центральными и угловыми квартирами — это только то, что есть дополнительное окно, смотрит на дополнительную сторону. Так вообще разницы никакой нету, отделка будет одинаковая, все будет одинаковое. Многие переживают, что якобы, ой, на боковых там бывает сырость, так и так. Нет, здесь таких проблем не бывает. Мы сами живем в боковой квартире, потому что это, ну не знаю, мне так намного легче, потому что открыл окно и есть сквозняк. Все-таки это как бы очень хорошо. Вот сейчас я нахожусь на пятом этаже. Смотрите, какой прекрасный вид выходит из пятого этажа данного комплекса. Вот, немного видно море, но его видно. Это у нас южный вид. Здесь у нас северная сторона. Вот такой вот красивый вид, чтобы вы понимали, какой здесь район. Вот такой красивый вид вы будете. Конечно, дома, ну, а куда от них деваться? Соседние все комплексы очень хорошие, нету плохих, как говорится, соседей. Здесь в основном все комплексы новые. Максимум
до 7-10 лет. Вот именно вон там, на той площадке, находится базар. Вот это вот здание с оранжевой крышей, это начальная школа. И также здесь есть средняя школа и старшие классы. Все есть в шаговой доступности, вся инфраструктура. Я вам покажу еще, сняла видео с дроном. Вы сможете посмотреть, что здесь имеется вокруг. И сниму видео с моря, пляжа Соли. Пляж Соли, кстати, у нас тоже очень хороший, песчаный. Никаких камней, никаких булыжников в нем нету. Очень хороший песчаный пляж. Квартиры в жилом комплексе Соли Стар еще пока что есть. Вы можете их бронировать. Рассрочка, напоминаю, до 8 месяцев сейчас, потому что комплекс сдается в течение максимум 10 месяцев. Ну, это максимум, потому что, сами понимаете, за 3 месяца они подняли уже 6 этажей. Значит, они сдадут его еще раньше. Вот. Ну и напоминаю, те, кто хочет жить в центре города, практически идентичный проект, но планировки там 2+1 и 1+1 есть, стартуют в районе Енишехир. Вы всегда можете ко мне написать, забронировать. Цены пока установлены до 30 сентября. 30 сентября цены будут меняться минимум на 3-4 тысячи евро. Так что успейте, пожалуйста, забронировать свою квартиру. Ну вот и все.